Всем привет! Сегодня приехал на замену маслосъемных колпачков. Такая вот машина Hyundai Santa Fe. Объем 2,7, V-образник, 24 клапана. Вот, будем мерить компрессию, поменяем свечи, там сальники, ГРМ поменяем. Может быть, будет по отдельности части, может быть, вместе все скомпоную. Вот. Значит, ну, с ближней головой здесь без проблем. Я думаю, можно поменять без снятия головы. Ну, вот с той головой посмотрим, как там доступ, как дела обстоят. Но на всякий случай мы заказали прокладки ГБЦ. Вот. Ну, естественно, прокладка клапанных крышек, успокоители цепей, гидрокомпенсаторы новые, маслосъемные. Вот. Ну, пока все. Также жалуются на сторонние звуки от приводного ремня, от роликов. Ну, посмотрим, пошатаем. Здесь частенько на этой машине я меняю ролики, потому что они выходят из строя. Хотя, ну, Hyundai Mobis, вот этот, берем оригинал. Я думаю, в этот раз мы возьмем другие производители. Вот, приступим. Значит, чтобы снять здесь коллектор, ну, естественно, вот здесь вот тросик крепится. Вот они. Железки, вот, а под железками болты. Ну, либо отогнуть, либо вот открутить. Я открутил его, болты открутил. По углам у нас здесь гайки и направляющие шпильки. И здесь еще болты. Значит, ну, я не только свечи буду менять, поэтому я много чего снял. Вот эти разъемы снимаем, 3 штуки. Отсюда, значит, отсюда и отсюда. Снимаем, тросик я снял. Значит, вакуумный шланг R1 на дроссель, шланг на вакуумный усилитель уже идет. Значит, с обратной стороны тоже крепится, там 3 коротких болтика на 12. Их надо открутить, нащупать рукой. Ну, я сейчас я его сниму и покажу, где они находятся. Значит, здесь откручивается вот этот кронштейн и масса. Вот. На этом болтике они. Вот этот кронштейн откручивается. Здесь 2 болтика на 10. Вот. И 3 болтика на 12, которые к пластине. Значит, вакуумный шланг на регулятор топлива. Вот сейчас мы его приподнимем. Там еще вот эта коса, по-моему, надо. Если я или отсюда отстегну, будет мешаться. Это на тот ряд форсунок идет. В общем-то, вот в таком виде мы получаем. Полностью мы не можем убрать, потому что шланги от антифриза, которые подходят для обогрева дроссельной заслонки, мы их не будем снимать. Вот этот разъем, который идет на тот ряд форсунок, я не стал его отсюда снимать, потому что там, если отломится, то он будет соскакивать. Вот, просто открутил его. В принципе, вот эти болты, эти 3 отверстия, их на ощупь надо открутить. Еще тут вот, ну, одновременно здесь крепится все вот это, потом обратно будет как бы, ну, не просто это все собирать, наживить болты. Клапан, вот трубка, клапан, масса, вот этот кронштейн, который я уже говорил. Вот, в принципе, вот свечи в доступе. Можно поменять свечи. Я сейчас буду компрессию мерить, я для этого снимаю. Вот. Прокладка. Ну, желательно новую. Можно и на герметик. Продолжаю разбирать мотор для замены маслосъемных колпачков. Вот. По поводу насоса ГУРа, если кому-то придется менять, крепится он вот на двух болтах,
Видно, кронштейн такой идет в развале. Два болта, и болты очень удобно откручиваются через шкив. В шкиве вот отверстие огромное. Такие вот болтики на 14 длинные. Ну, вот далее сейчас снимаем крышки защиты ремня ГРМа. Вот ГРМ я здесь уже менял, разбирал все это. Ну, вот сейчас, значит, снимем крышки, выставим в МТ, вот, и будем снимать уже клапанные крышки, чтобы снимать распредвалы. Я думаю, что получится без снятия голов. Очень бы на это хотелось рассчитывать, потому что выпускные коллектора — еще то занятие, наверное, тут снимать. Вот, продолжаем. С ГРМом, значит, тут так дела обстоят. Хоть и распредвала 4, здесь шкива только 2. Вот, на шкивах есть отверстие, а на крышках есть черточки. Вот я вокруг них белым покрасил, чтобы вам видно было. Вот, и здесь то же самое. А на нижнем шкиву, не знаю, ответственно отсвечивает. Там, значит, идет 10 градусов, потом буква Т правее. Вот я там тоже. Вот, напротив буквы Т, это верхняя мертвая точка. Вот она. Вот она стоит напротив буквы Т. Я на этой машине уже говорил, что я менял ремень. Вот, и когда я менял, то предыдущий ремень был на один зуб. Короче, неправильно стоял. И из-за этого на этой машине даже при включении света, короче, ну, терялась мощность, короче, фары аж моргали, когда включаешь ближний свет. Вот, так что на этом моторе критично, чтобы было все в нулях. Ну, что еще сказать, мотор надо поддомкрачивать, откручивать вот эту подушку, так как ремень проходит, вот, видно, через кронштейн. Не обязательно это делать сверху, можно снизу просто любым домкратом на домкрат поставить. Вот, и, значит, открутить подушку и поменять ГРМ. Болт шкива коленвала на 22. Вот. Тут еще ролик, кстати, вот могу ролик показать. Ролики на этой машине — это вообще отдельная тема. Мы ставим всегда оригинал. Мы очень часто их меняем. Короче, ролики не в пизду, не в Красную Армию. Приводные, натяжные, блин, постоянно тут что-то воет. И генератор тоже расположен не очень удачно. Генератор я здесь тоже менял. Вот, он был весь в грязи, хотя тут защита стоит. Вот. Защита не мятая, ни разу на днище никто не попал на этой машине. Вот, но пыль залетает туда, грязь, и, ну, все защиты, которые должны быть по заводу, тут стоят, все стоит. Ну, вот такая вот конструкция. В общем, по меткам я показал. Вот, теперь по натяжному ролику. Ролик вот на таком кронштейне, вот, и он свободно болтается. Здесь вот такой гидроусилитель, он фиксируется, там отверстие. Я когда его снимаю, я в тисках зажимаю и вставляю туда, ну, маленький шестигранник. Вот, и когда вы вставляете ремень, вы заводите его с правого плеча, начиная, обходите все звездочки, ролики, вот, и потом выдергиваете чеку из этого натяжителя, и у вас, в принципе, ГРМ натянут. Вот здесь
Спечатал по размерам метки. Вот здесь тоже есть метка. Вот. И, значит, вот по натяжителю 6-8 миллиметров должна быть. Болт шкива кренвала 180-190 закручивается. Натяжителя 20-27 ньютонов. Вот, ну, крышки пластиковые 10-12, без разницы. В принципе, вот по ремню вот такая вот информация. Единственная проблема, с чем можно столкнуться, это как открутить болт шкива коленвала. Вот, ну, так как у меня пневмогоговерт есть, я откручиваю, ну, в гаражных условиях. Если бы у меня не было, короче, я бы его тогда стартером откручивал. Накиньте ключ, вот, и включите стартер. Должно все открутиться. В общем, начал я менять маслосъемные. Рассухарил два клапана. Ну, тут, как обычно, надо сначала не довести до мертвой точки в цилиндре. Простучать тарелки, вот, потом подвести в МТ, вот, и рассухаривать. Значит, ну, рекомендую вот такую штучку ставить, вырезать из бутылки, чтобы не царапать стенки там, где стоит гидрокомпенсатор, из пластиковой бутылки колечко такое. Ну и на своем рассухаривателе я тоже переделал нажимную пятку, вот, чтобы, короче, здесь тарелки меньше, чем на Audi, и, короче, ну, близко слишком к стенкам. Ну, в принципе, можно было им, но я сделал так удобнее. Там и, значит, ноги пошире, здесь поуже чуть сделал. Ладно, не суть, короче, вот. Для съема маслосъемных такой вот инструмент используется. Это для съема. Ну, нажать, рассухарить, вытащить клапана, сухари, снять маслосъемные. Снимаются они очень легко здесь. Теперь перейдем к маслосъемным, как обычно. Как обычно получится у меня. Но я здесь вот на глаз вижу, что короче, отверстие визуально больше, наверное, чуть ли не в полтора раза. Масло оно кушало прилично. Вот так видно. Вот такие вот маслосъемные. Клапан их вообще не касается стенок. Продолжаем. Ну, в общем-то, продолжаю собирать. Я эту голову собрал. Вот, поменяли, значит, сальники. Вот этот успокоитель. Гидрокомпенсаторы новые купили. Гидрокомпенсаторы. Такая вот. Такие номера у них. Значит, что по поводу цепей. Эти валы я еще не ставил. Значит, здесь получается, ну, темные звенья и метки. Метки, кстати, напротив шпона как раз получаются. Вот, значит, звенья ровно посередине, темные звенья. От одного звена до другого. Значит, ну, 10 звеньев сверху, 10 снизу, ровно посередине. Вот. Сальники, ну, здесь тоже сальник будем менять. Здесь еще датчик положения распредвала стоит. Ну, вот сейчас мне придется откручивать вот эту шестеренку, чтобы снять сальник.
Вот, значит, крышки распредвалов ставим на свои места. Ну, при сборке, естественно, надо при сборке помазать маслом посадочные эти и крышки, и на блоке посадочные под распредвалы. Что еще сказать? Ну, больше ничего про цепи сказал. Здесь то же самое на этой голове. Метки, темные звенья друг напротив друга получается. 10 звеньев сверху, 10 снизу, между темными. Перепутать невозможно. А, сальники, значит. Сальники поменяли. Вот. И, ну, герметик, короче, я не использовал. Тут получается при зажатии. Там, сейчас я. Тут крышка старая. Вот тут. Видно. Ну. Херово видно. В общем, тут получается такой вот бортик. Он сам мягкий. Вот. Герметик тут нафиг не нужен. То есть новый сальник без этой. Без этой кромки. Вот. И эта кромка создается, когда затягиваешь крышку. То есть что на сальниках, что на вот этой крышке. Задняя на правой голове. Поэтому герметик как бы нафиг не нужен. Вот. Продолжаю собирать. Купили также ГРМ, решили поменять, хотя ему всего полсрока. Полсрока он прошел. Прокладки на случай того, что если головы придется снимать. Сальники сычных колодцев, уплотнители. Натяжитель новый. Ремень, ролики. Ну и т.д. и т.п. Продолжение следует. Ну вот, я вас чуть не обманул. И сам чуть не обманулся. Есть успокоитель на той голове. Только он снизу. Вон. Вот два болта. Вот так вот он выглядит. Сейчас поменяем. Ну вот, решил снять. Это вот не очень хорошо. Успокоитель. Куски которого где-то в масляной системе болтаются. Я сейчас слив проверю с головки. Ну вот, как бы вот так вот. Вот какой он должен быть и какой он есть. Кусков не хватает. И но то, что он чуть-чуть пропилен, ну тут я не знаю. Буквально, наверное, полмиллиметра есть просто риска. Миллиметра нет, половинка, наверное. Так что вот так вот. Маленькая спрятанная деталь может принести проблем. Кусков тут достаточно не хватает. Это часть видео про... Такую хочу информацию сказать. Значит, затяжка крышек распредвалов 11 ньютонов на метр. Вот, это маленький момент, если кто помнит, там пластиковые защиты ГРМ, крышки, да, вот эти пластиковые, они тоже 11 ньютонов тянутся. Ну, это как бы рукой сильнее затягиваем, как говорится. Ну, дело не в этом. Я, короче, этим небольшим моментом я оборвал болт. Вот болт, вот часть, от которой от него осталась, в общем, сломал, высверлил, короче, пытался высверлить, думал, ну, момент небольшой, вот, и он выйдет легко. Вот, далее сломал экстрактор внутри. Вот, значит, он каленый, никогда не пользуйтесь такими. Это говно китайское полное. Вот у меня есть вот такой вот экстрактор. Это, не знаю, видно будет или нет. Вот, хром-молибденовый. Это, короче, такой сплав. Не хром-ванадий, а хром-молибден. Из которого делают ударные головки. Он, короче, этот сплав, он мягкий. Он не колется.
Вот, и вот из такого сплава можно использовать экстракторы. Но это тут большой, маленький кто-то взял, как обычно в сервисе бывает. Дайте что-нибудь открутить, и все это пропадает. Значит, дело в следующем. Ну, экстракторы обломки я выкрутил. Не выкрутил, а высорил. Вот я взял победитое сырло по бетону для обычной дрели. Заточил его под металл. Вот и выстрелил. Вот, что хочу сказать. Даже если таким маленьким моментом тянуть, короче, лучше, скорее всего, болты эти купить новые. Вот, но при покупке смотрите, какая фигня. Значит, вот у меня... А, вот новый болт, кстати, рядом лежит, да? Вот, видно, что он не такой. Здесь идет толще, потом тоньше. Вот это идет центровка, как бы, крышки. А вот эти болты, вот под таким номером, они идут просто ровные. Ну, то есть вероятность наперекосяк закрутить крышку. Ну, а может и нету. Короче, ну, они не такие, эти болты. И резьба не там начинается. Вот, здесь в крышке где-то верхушка семерка, может даже 7,5, около 8. Вот, а дальше идет уже поясок в самой крышке, 4 мм, уже тонкий под шестерку. Такие вот дела. Продолжаем. В общем-то, сборка подошла к концу. Практически осталось одеть патрубок только на впуск. Удалить антифриз. Сейчас дольем. Вот, проверим уровень масла. Вот, и будет первый запуск. Первый запуск. Первый запуск прошел успешно. Всем спасибо за просмотр. Пока.